всем привет! Мы, кстати, пришли с проектом, который служит для того, чтобы делать глубокую анонимизацию. Соответственно, мы планировали сделать изменение лиц с помощью deepfakes, изменение одежды, изменение фона, так, чтобы можно было не узнать фотографию, но при этом сохранялся контент. Но это казалось мне очень как бы востребованным в рамках Pixar, поэтому мы сделали пивот в пользу того, чтобы делать автоматическую обработку фотографий. Соответственно, мы на самом деле не успели почти пикать, поэтому сейчас будут некоторые такие живые демо. Здесь идея в том, что мы сымитируем одежду, делаем это независимо для каждого типа одежды. После этого к каждому к предмету, который есть на фотографии, применяем style transfer так, чтобы делать их немного другими. Соответственно, здесь текстура джинс, кроссовки выглядят более веселыми, и к пиджаку даже применяются разные другие текстуры. Ну, это, по-моему, крокодиловая кожа в качестве одной из текстур. Соответственно, в качестве технологии у нас под капотом сегментационные сетки, которые делают сегментацию. Это, на самом деле, есть сегментация отдельных людей. Также мы применяем сегментацию фона и выделяем небо на фоне человека. Кроме того, мы еще сделали дефейкс, но на самом деле получился не очень хорошим, поэтому мы решили от него отказаться. Но зато мы еще подтянули немного маски так, чтобы делать фьюзинг не просто по бинарной маске, но еще и в альфа-канале так, чтобы они были более-менее гладкими и выглядели естественно для того, чтобы применять. Соответственно, мы видим в этом ценность в том, что сейчас атака становится более умным в плане того, что не нужно выделять отдельные предметы, чтобы их корректировать. То есть сейчас корректировка и редактирование каждого предмета и неба происходит более-менее автоматически. Можно делать некоторые пресеты, чтобы, скажем, делать небо более артистичным, предметы одежды делать разными, ну и так далее. Если есть групповые фотографии, то можно делать всех людей в одном стиле, в плане, во всех одинаковых костюмах, в одинаковых штанах или что-то вроде этого. Примерно так. И все. Аплодисменты! Уважились вопросы жюри, вопросы, соответственно, зала. Алин, попрошу сейчас взять микрофон и, соответственно, задавать вопросы по теме презентации. Жюри. У нас 3 человека в команде. Мы с Женей работали вместе в компании DeepBrain, а с Ильей я решал очень много соревнований, поэтому мы это знаем очень давно. Соответственно, мы собрались в качестве команды в виде такого соревнования без объективной метрики, а в виде субъективной метрики, в виде жюри. У нас это был новый формат, мы решили в этом поучаствовать. Какая часть была сделана здесь? Собственно, здесь мы сделали, мы все изменили, чтобы это выглядело красиво, а не анонимно. То есть вначале мы хотели сделать deepfakes, и мы его сделали до этого. У нас была сегментация одежды, но мы делали упор на именно анонимизацию. А здесь мы сделали так, чтобы это выглядело более-менее красиво и оптимизировано для пользователей. То есть мы, соответственно, поменяли все текстуры, которые у нас были, там, чтобы они были красивыми, а не неузнаваемыми. Мы сделали так, чтобы они фьюзились по альфа-каналу, чтобы это было выглядело приятно. И добавили еще небо и окружение так, чтобы это выглядело тоже классично. Немного терпения. Жюри сейчас отвечает за дополнительные вопросы. Отлично. Вопросов больше нет. Ваши аплодисменты. Пожалуйста, поставьте. То, что вы на нем уже вышли.